Всем здравствуйте. Покажу вам выступление Яны на первенстве УРФО, которое проходило в Тюмени. И мы видим первый день многоборья, прыжок. И он Яне не удался. Как вы видите, разведение и согнутые ноги, не очень большая высота и выход двумя ногами за ковер. Низкую оценку получила из-за этого Яна. Второй прыжок, прыгали полторашку для выхода в финал. За счет многоборья он не шел, но с ним в целом Яна справилась. Дальше мы переходим к брусьям. Пробовали на этих соревнованиях новую комбинацию вот с этим элементом перелет шапошниковой, после которого Яне не удалось войти в оборот и было падение. Из-за этого тоже, конечно, не получили ту оценку, которую хотели в первый день. И это минус балл, так же, как, в общем-то, и на прыжке. Примерно минус балл она потеряла в исполнении. И это было очень волнительно. Дело в том, что самая главная задача Яны была на этих соревнованиях – это выход на первенство России, которое пройдет в Казани. Вот мы видим, кстати, бревно. Яна выполнила новый для себя элемент наскок бланшом. Это группа Е, сложный элемент. Впервые мы его вставляем на таких крупных соревнованиях. А вот фляг-бланш вы уже видели в ее выступлениях, и здесь она его не устояла. И это очередная ошибка. И, конечно, эта ошибка, как и эта ошибка, очень и очень нас волновало, потому что еще раз нужно было попадать в топ-3 на этих соревнованиях. В топ-3 по очкам. Очки присваивались за многоборье, то есть за выступление по двум дням на всех четырех снарядах по сумме. И также по финальным соревнованиям, финалов отдельных видах. И на них тоже было важно каждая медаль, каждое место, и оно дает определенные очки, и потом все вот эти выступления суммируются, и топ-3 гимнасток с первенства УРФО выходит на первенство России. И как вы видели, вот это уже третий снаряд первого дня. У Яны были ошибки. Два раза она упала с бревна, один раз упала с брусьев и выполнила прыжок таким образом, что получил там 12 с небольшим, что в общем-то является падением с тем, как она обычно этот прыжок выполняет. А вот мы видим вольные упражнения и новая связка для нас, рандат фляг двойной твист, который тоже мы впервые выполняем на этих соревнованиях. Вы видели, что Яна его чуть не докрутила и немножко пробежала. Тут двойное сальто, которое мы раньше прыгали, тоже чуть-чуть в недокрут пришла. Ну и, в общем-то, видим некоторые помарки в исполнении вольных упражнений в первый день. Здесь рандат фляг винт. Тоже неплохое приземление, но довольно неточное, потому что элемент не очень сложный. Но в целом самые сложные моменты вольных упражнений она прошла. И двойной поворот также неплох. И остается заключительная связка акробатическая 2 винта. В общем, первый день Яна закончила с 4-м результатом в многоборье. Что, конечно, напрягло, потому что, как я уже сказал, очень важно было выйти в топ-3 по очкам, а именно многоборье дает больше всего очков, и поэтому, конечно, во второй день крайне важно было собраться, и важно было не только не отстать от своих соперниц, но и превзойти их. И вот второй день мы начинали с вольных упражнений, согласно занятым местам, так как место было не очень хорошее, поэтому начали с вольных. Итак, также первая связка, рандат фляг двойной твист, и сегодня он уже
повыше, тоже чуть-чуть не докрутило, но высота была значительно лучше. Следующая диагональ Red Flag, двойное сальто и приземление практически идеальное. Прыжковая связка. Второй день Яна подуспокоилась, и мы видим более ровную работу. Red Flag Wind, тоже довольно точное приземление. Хорошо, что, в общем-то, начали с вольных упражнений, потому что накануне она совершила ошибку на прыжке, не подходил у нее немножко разбег, непривычно было выступать в этом зале, мы впервые, в общем-то, в нем. И вот во второй день она начинала с вольных, вольный как раз перед прыжком, и такой первый стартовый адреналин выпустить тоже было важно. Два винта, хорошее приземление. И хорошую оценку получила Яна во второй день. И тем самым задала, в общем-то, тон и на опорном прыжке. Гораздо лучше в этот день выполнен винт. Тоже чуть-чуть придавило ее на наскоке, но сама фаза полета была значительно лучше, и приземление тоже в коридоре без выхода за ковер, за который тоже существенные сбавки. Дальше брусья, вот этот перелет Шапошниковой, в этот раз взяться его получилось. Относительно прошлых соревнований, которые вы, может быть, помните на нашем канале, который вот Саранский я выкладывал, брусья мы тоже значительно усложнили, практически на полбалла, и во второй день она с ними справилась. И заключительный снаряд — это бревно. Смотрим наскок, наскок удался. Очень волнительно было делать бревно, потому что наши соперницы уже перед нами закончили, и все справились со своими программами. И, конечно, нужно было выходить и делать бревно по максимуму. Фляг бланш, в которую упала накануне, стоит, так же, как и маховая вперед, с которого тоже накануне упала. Все успешно пока, маховая боком, очень точно. Остается прыжковая связка, разножка, прыжок, пистолетик. Тоже все очень здорово выполнено. Конечно, я очень переживал, потому что девочка, которая шла перед нами из Екатеринбурга, она только что закончила опорный прыжок, и она прошла все свои снаряды без падений. Я на это видела и, конечно, понимала всю ответственность. Два поворота тоже справилась. И остается соскок. Соскок с бревна и момент. Рандат два винта. И с ним тоже Яна справилась. Получила очень высокую оценку за бревно. И вообще во второй день она набрала наивысшую оценку за многоборье, 51,5, то есть относительно прошлых соревнований 1,5 балла добавила. Это на 3,5 балла больше, чем норматив мастера спорта. Ну и по итогу с 4 места поднялась на 2. А вот сейчас мы видим выступление уже в финальных соревнованиях. Опорный прыжок выполнила хорошо и заняла только 3 место, правда. А вот бревно, наскок ее подвел в финальных соревнованиях. И бревно в финале, вот он, да, фляг бланш, здесь все хорошо. В финале бревно у Яны с падением только 3, но зато упав на скок, в общем, дальнейшая комбинация довольно ровно идет, и фляг бланш, и маховая боком в третий день уже довольно уверенно явно делает, прыжковая связка. Ну, в общем, несмотря на падение, удалось взять бронзу.
в этом финале. И на самом деле каждое место здесь было очень важно, потому что, напоминаю, не только по результату многоборья был выход, но и тут действительно важно было получать очки на каждом снаряде и дорабатывать каждую комбинацию, потому что именно сумма всех выступлений позволяла выйти на первенство России, чего нам, конечно, очень хотелось. Вот. Также Брусья не стал вам показывать. Брусья, у нее четвертое место. Опять нам не удался перелет Шапошниковой. Но четвертое место тоже важно. А вот вольное упражнение в третий день. И очень здорово, прям на огромной высоте. Яна встала два твиста. И Рандатфяк двойное сальто тоже. Высоко, хоть чуть-чуть не точно приземление, хорошая разножка. И на третий день уже, конечно, уверенно делала Яна вольные упражнения, привыкла к ковру, тут винт совсем точно в доскок встала. Ну и забегая вперед, скажу, что второе место она заняла вольных упражнениях, и по сумме всех финалов, по сумме многоборья нам удалось занять третье место, то есть в многоборье она вторая после двух дней, и по сумме результатов финалов в отдельных видах она набрала третью сумму по очкам и вышла на первенство России, которое пройдет в Казани вот уже скоро. А и, конечно, мы очень довольны этим результатом. В общем, скоро предстоит нам выезжать в Казань, ну и получить самое главное — опыт выступления на таком уже серьезном помосте. И готовиться дальше, будем усложнять дальнейшие комбинации. Ну а всем сейчас спасибо за просмотр. Пожелайте Яне удачи в Казани. Ну и всем пока.